В состав продовольственных наборов входят продукты, необходимые для повседневного здорового питания. Мясные, рыбные и овощные консервы, мучные изделия, крупы, соки и многое другое. Елена Данчина получила сразу два продуктовых набора для своих особенных детей. Это, я не знаю, такой подарок, прям пасхальным праздником. Они очень будут рады, наши детки. Ну, я думаю, в наше трудное время сейчас вот для нашей страны нашли деньги и средства для деток. Огромное спасибо. Продуктовые наборы отличаются в зависимости от возраста детей. Родители довольны. Сейчас, конечно, у нас сложилась очень непростая обстановка, потому что раньше дети ходили в школу, соответственно, получали двухразовое бесплатное питание. Сейчас очень тяжелые времена настали. Дети обучаются в дистанционном режиме, поэтому, конечно, для нас было очень неожиданно и приятно. Здесь все сбалансировано, есть и крупы, и мясо, и соки, как бы и печенье, то есть десерты. Конечно же, нам это поможет в данной ситуации, потому что стараемся пореже выходить, стараемся сидеть все-таки дома. Продукты подбираются в соответствии со школьным меню. Их свежесть и качество под особым контролем. Мы очень старались, придумывая состав набора. В них вошли продукты из перечня, одобренного Курским управлением Роспотребнадзора. В этом наборе четко есть те продукты питания, которые можно использовать на завтрак, на обед и на ужин. В конце апреля для воспитанников Дмитриевской школы-интерната соберут новые продуктовые наборы. Станислав Костиков, Сергей Дорохов. События дня.